Так, всем доброго времени суток. У нас очередная посылочка сайта AliExpress. Вот одна штучка. Я, в принципе, знаю, что здесь. Так, сейчас мы с вами откроем. Так, не забываем подписаться на мой канал. Поставить лайки. Так, быстренько сейчас мы тут открываем. И тут у нас браслет. Больше ничего здесь нету. Это мы дело убираем. А здесь у нас вот такой вот браслет, долгожданный браслет. Так долго и шел. Заказываю для человека, у которого сломались. Так, смотрим, здесь вот сломались вот эти вот ушки. Они пластмассовые. Вот. Так, наше видео будет состоять из двух частей. Так, здесь оно какое-то такое вот ручное трошки, конечно, я не знаю. Здесь то ровно, а здесь вот то брак. Китайцы, вот здесь видно, они ровненько это дело. А здесь ровненько, видите, красивенько. А здесь вот не ровненько, и у нас именно сломалась вот эта вот часть. Так, вот такие вот у нас есть тут часики. Сейчас мы их в онлайн режиме попробуем поменять. Приванс, посмотрим. Так. Крышечку. Здесь вот так вот. Снимаем батарейку. То есть, так вот вынимаем эту батареечку. Так. Берем нашу отверточку, которую мы заказывали с Алиэкспресса. Вот она. Вкручиваем здесь вот винтики. В принципе, операция, я так вижу, что не сильно уж и сложная. Так. Второй винтик. Так, крепится здесь у нас все на четырех винтах. Я так думаю, что надо будет заказать еще. Я так понимаю, что видите, сюда что-то замыкано. Здесь есть такая отверстие, здесь тоже есть такая вот отверстие. Вот так вот. Так, вот это вот все дело у нас вот так вот он вынимается. Так, сейчас вставляем эту штучку сюда. Вам интересно, что он дает, тоже не представляю. Вот. Тут у нас такие вот пемпочки. Так, стала вторая часть. Встанет или не встанет. Может, у меня что-то такая вот штука сомнительная. О, здесь она тоже стала. Так, накрываем крышечкой. Это все дело. Угу. Кстати, это выпадало. Выпадали. Так, есть. Здесь у нас тоже есть, так. Так, ну, в принципе, весь внутренний мир вы видите. Так, это отделано все. Так вот. И... Ой, что-то у нас здесь трескивает. И вот так вот. Так что тут у нас все пристало нормально. Здесь тоже все держится. Сейчас мы ее закрутим на винтики. Винтик не попал. Раз. Так, сильно не жмем. Аккуратненько. Там все пластмассовое, все сами видели. Можно скрутить и сломать, и не будет держать. И тогда будет хоть караул кричи. Другую. То есть думаю, что вот такие вот ремешки надо будет еще заказать.
Потому что мне идет еще одна посылочка, мне заказали. Я думаю, что их можно будет заказать, потому что они такие не сильно уж и надежные. Так. И последний, четвертый винтик. Так. Пятый винтик. Так, прижали. Аккуратненько. Все. Ставим аккумулятор. Аккумулятор настал. Так, закрываем крышечкой. Закрываем вот так вот. Это дело у нас крышечкой. О, крышечка настала. Все четенько. Попробуем запустить телефон. Смарт-часы. Смарт-часы у нас походу разряжены, потому что лежали, ну, очень долго. Очень долго оно все это дело лежало. Походу они разрядились. Так. Сейчас мы попробуем их поставить на зарядочку. Я так думаю. Сейчас я еще раз посмотрю. Здесь. Что у нас тут? Нет. Так, нет, они походу разрядились полностью. Полностью походу разрядились. Сейчас мы возьмем. Сейчас мы нажмем паузу и посмотрим дальше. Итак, продолжение нашей темы по поводу смарт-часов. Так, взял я зарядочку. Сейчас в онлайн режиме проверим. Так, что у нас тут? Так, вот так, эту штучку отбираем. Так, заставляем зарядочку. Так, и пробуем запускать наши. То есть отверточки мне очень нравятся. Кстати, сразу по рекламке. Вернемся по данной отвертке. Хоть чуть-чуть возьмем зарядочку. Так, у нас данные отвертки есть. Вот таких вот. Несколько насадочек. То есть 3, 4 фигурных и 2 плоских. Я думаю, что, конечно, они на какие-то серьезные работы не годят. О, у нас пошла зарядка на часах. То есть все хорошо работает. Вот, пошла зарядочка на часах. Так, вот эти вот я могу рекомендовать. Очень отличные, мне понравилось. Ну вот, такой вот брелочек. Видимо, не брелок, потому на этих. У меня тут такая вот катастрофа прошла. Вот, они сломались. Оно, оказывается, здесь не металлическое, а пластиковое. Я думал, что они металлические. Они оказались полностью пластиковые. То есть оно все пластик. Я думал, что они металлические. Ну, все пластик. Ну, такие задки, конечно, денежки. Это, конечно, что-то ожидать было. Конечно, было очень смешно, но это дело на практике. Вот оно в кармане мне прижалось и сломалось. Вот такая вот. Хотел, кстати, откручивать, попробовать ими часики, но решил достать более надежный инструмент в данном случае. Так, это дело мы снимаем, будем какой-то на Алиэкспресс, может, закажем какой-то более интересный брелок, чем вот это вот. Так, так, ну, у меня тут браслет уже. Я, конечно, отдам человечку. Эту часть пусть перейдет, потому что она еще может пригодиться. Вот так вот. Так, смарт-часы у нас заряжаются. Выключить нет, зачем мне выключать? Я включаю смарт-вотч. Так, ну, как видите, все работает. Отличненько. Человек часами, честно, блок соединения этой системы у него есть. Человек часами доволен, в принципе, не жалуется пока. Есть отсутствие подключения. Калькулятор есть. Facebook работает, у нас есть сюда вставить сим-карту. Браузер тоже. Ну, то есть
Вот так это все дело выглядит. Сколько их, конечно, хватит, это я не знаю. Но это одинаковые, полностью одинаковые. Такие вот одинаковые полностью. По длине одинаковые. Ну, в принципе, вот так вот. На этом будем заканчивать наше видео. Не забываем подписаться, ставить лайки, писать комментарии. Я думаю, может, для кого-то видео станет полезным. И не будет бояться их имитировать дома часа. Ничего тут сложного нету. Видите, это сидело секунды. 30 секунд. Это на все это все дело мне заняло. Замена. Завтра занесем. Отдадим человечку данный девайс. И отдадим. Так, ну что ж. Всем до новых встреч. Сильно не кричим. Не обижаем. Комментарии пишем только хорошие, я надеюсь. И не забываем колокольчик, подписаться. Ну и все. Все, до всех новых встреч. Всем пока.